Что нами движет? Чему мы удивляемся? И что остается непостижимым? Короткие мгновения, которые останутся в нашей памяти. Поворот головы, улыбка, взгляд. Величие красоты и вечное стремление к совершенству. Произведение труда и целеустремленности. Волшебные и неповторимые моменты победы. Сидней, 2000 год. Эта Олимпиада стала особенной. Последняя Олимпиада уходящего 20 века. Российская сборная по художественной гимнастике шла к этим соревнованиям долго и упорно. Команда России должна была доказать всему миру, что она сильнейшая. И от таких звезд, как Алина Кабаева и Юлия Барсукова, мы ждали заветных олимпийских медалей. Как задумывалось, так и вышло. Несмотря на то, что Алина Кабаева допустила досадную ошибку, рядом оказалась другая российская гимнастка Юлия Барсукова. В итоге у Юлии золото, а у Алины бронза. Наши гимнастки продемонстрировали всему миру гимнастику нового тысячелетия, сплав сложнейших элементов и непосредственную легкость и красоту исполнения. Алина Кабаева и Юлия Барсукова показали высочайший уровень мастерства и артистизма. Всем и прежде всего себе, что наша команда по художественной гимнастике сильнейшая в мире. Для Юлии Барсуковой Олимпиада 2000 года стала последним соревнованием. Одна из самых лучших гимнасток решила оставить большой спорт. Дорогая девочка, сегодня последний раз мы все тебя видим на этой площадке. Умирающая Юлия. Я сейчас умру сама. Мне очень приятно, что ты в такой великолепной форме, что ты вышла и сделала то, что ты делала всегда, что ты сделала на Олимпийских играх, что ты в самую сложную ситуацию не дала упасть русскому флагу, что российский флаг все равно поднялся выше всех. Я благодарна тебе за это. Юлия Барсукова – это явление в художественной гимнастике. Одаренная спортсменка, красивая девушка. Она очень тонко ощущает и переживает создаваемые ею сценические образы. Ее грациозность находится на уровне волшебства, когда стирается грань между спортом и искусством. Это стихия грусти, это вершина артистизма, красоты и грации. Это Юлина лебединая песня. Признаю, что я не довыступала свое. Мне до сих пор хочется выступать на зрителей. Хочется собирать полные залы, чтобы, как раньше, я стояла одна посередине, не знаю, зала, там, льда или что еще. И чтобы мне все аплодировали. Для сборной команды России наступил новый этап. Стали взрослее девочки, стали сложнее новые программы, возросли требования к себе. Успеха трудно добиться, но еще гораздо труднее его удержать. Поэтому работать приходится с еще большей отдачей. Не
никогда не задаюсь целью выиграть соревнования или победить. Просто очень хорошо выступить, ну, максимум возможности, как я могу выступить, и порадовать зрителей. А самое главное, чтобы я была довольна своим выступлением и тренер. Пинсан нам очень помогает сильно. Вот, допустим, если... Ну, ты уставшая, все, не можешь больше. Она найдет такие слова, которые заставят тебя просто работать и пойдет изнутри работа. Ты сама захочешь тренироваться и показать максимум. Тренировки продолжаются. Гимнастки оттачивают новые сложные элементы. Тренеры, хореографы, массажисты работают, не жалея сил. Ирина Александровна руководит процессом, ничего не упуская, но и не подавляя инициативу других. В общем, идет нормальный тренировочный процесс. Я думаю, вообще не о победе. Конечно, самое главное, чтобы выступить нормально, понравиться народу. И тогда посмотрим. Если я нормально выступлю, то и будет хороший результат. Неудача в Сиднее заставила Алину Кабаеву продолжить борьбу с новыми силами. Для нее началось все сначала. Но уже в новом качестве. Впереди чемпионат мира в Мадриде, где Алина должна доказать, что она лучшая гимнастка. Алина Кабаева. Феноменальное явление в спорте. Она потрясающе одарена. Яркая, эмоциональная, со взрывным характером, настоящий боец. На чемпионате мира в Испании Алина доказала, что она сильнейшая гимнастка планеты. Зрители ликовали. Для них это был прекрасный подарок, преподнесенный нашими спортсменками. Ирина Чащина. Самая техничная и самая серьезная спортсменка нашей сборной. Ее программа уникальна в техническом плане. Некоторые элементы, которые выполняет Ирина, не под силу ни одной гимнастки. Ее выступления похожи на полет стрелы, так они стремительны и грациозны. Испанская публика ничего подобного не видела. Сборная команды России выиграла все золотые и серебряные медали. Этот результат заслуживает внесения в Книгу рекордов Гиннесса. Триумф российской команды был безоговорочным. Публика ликовала и скандировала имена наших гимнасток. Пластика Алины поражает и удивляет. Ее улыбка очаровывает. Ее выступления заставляют забывать все на свете. Она увлекает своим вдохновением. Ею хочется любоваться бесконечно. Алина словно богиня, сошедшая с вершин Олимпа, чтобы во всей полноте выразить красоту и грацию человеческого тела, силу его духа. Благодаря, я думаю, вот Алине, такой гимнастке, как она и как Чащина, дети стали заниматься художественной гимнастикой во всем мире. Прекрасный вид спорта стал, наконец, таким, который является престижным, с одной стороны, а с другой стороны, массовым.